Блин, сегодня 500-й был он уже. Но у него обновилось недавно. Ну как недавно? Короче, обновилось маршрут следования и, собственно, как и сам автобус изменился. Московский транспорт. Автобус следует по маршруту номер 500 до остановки Прибрежный проезд. Следующая остановка МФЦ Головинский. Вот такая вот штукенция. А он еще и 139-й обновился. Ну, в смысле, как это сказать? Подвижной состав, во. Еще я не знаю, как это. Пекло какое-то вообще. Стоял он. Мотор у него где-то здесь, что ли? Короче, потом обзор сделаю. Плюс 31. МФЦ Головинский. Следующая остановка – Авангардная улица, дом 3. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогай их. Сообщайте водителю.
Авангардная улица, дом 3. Следующая остановка – Полковская улица. Следующая остановка – Авангардная улица, дом 15. Авангардная улица, дом 15. Еще один. Их два на маршруте. Следующая остановка – Флотская улица, дом 36. Проезд в городском транспорте только в масках и перчатках. Пожалуйста, не снимайте средства защиты до выхода из транспорта. Флотская улица, дом 36. Улица Лавочкина, дворец спорта «Динамо».
ветер по салону гуляет из-за открытых окон и сверху люк. Ну, кондиционера, я не знаю, тут нету, наверное. А может и есть, но он не работает. В салоне жара. И форточки вот какие-то пупырки там. Ну, за них зацепиться, я не знаю. Поликлиника. Поэтому ветер, возможно, будет задувать, но три розетки, одна из них USB Type-C, ну три USB, одна Type-C, типа C. Видимо, новая семья выглядит. Следующая остановка – школа номер 648. Слева жена, справа муж. Но обе девушки. Семейку, где мама одна, ну в кавычках, два папы и сын, ребенок, и все они, короче, мужчины, мужики. Школа номер 648. Может, кондиционер. Не кондиционер, а это вентилятор охлаждения. Отвлекает водителя. Просто дверь открылась. Маршрут по старой технологии, по старому маршруту до Петрозаводска его улицы. Флотская улица. Прибрежного проезда, то есть он дальше от Петрозаводской. Следующая остановка – Флотская улица. По Беломорской мы установим. Лодку сейчас будут штрафовать. Может и не штрафовать. Ну, типа мужик с лодкой. Странно выглядит, наверное, по мнению полицейских. Пошли разбираться. Сейчас никто не выходит, не выбегает. Водителя там раньше было, ну вот такая, выбегать там, бежать к милиционеру.
вот по Беломорской, дальше до Ленинградского шоссе, до прибрежного проезда, там под мостом разворот и назад. То есть он кольцевой. Интервал где-то, ну я в обед еду, где-то полчаса. Две машины на маршруте. Ой, вот сейчас вот, когда стоим, очень жарко, прям я весь мокрый. Только спасает иногда вот открытые форточки. Прохладненько, 15-20 градусов, и нормально, свет есть. Флотская улица. И движению не мешают, и самим приятно работать. Точка, стандартный набор, грызка, а он еще третий. Блин, а камера нагрелась вообще, пипец. Все же камеры в основном хоть в фотоаппаратах, там хоть где, когда снимают 4К 60, сильно греются. Просто это еще жарко в салоне. Я не знаю вообще, получится доснимать. Я такую жару еще не снимал. Там, где у нее вот матрица или что там, я не знаю. Короче, самое... Фестивальная улица. Горячее место, где самое... Пару секунд удержать можно, и все. И обжигаешься. Это значит, градусов 50-60 где-то. 55. Время, конечно, я выбрал не очень. Сейчас вот нам надо в самый левый ряд. Пожалуйста, хорошо, при входе хорошо. Приложите свой билет, безлимитную или социальную карту к валидатору. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки. Когда ветерок, вот классно. Даже стекла горячие. Ну, не горячие, но теплые. Ну, короче, они, видимо, не атермальные. Какими-то ступеньками. В общем, обычно этот Лиас, или как он там, с обновленной мордой только.
внутри мало изменений. Хотя есть у меня вентиляционные штуки, но они не работают. Ну это частный, потому что это не Мосгортранс, а Трансавтолиз. Больница, библиотека имени Короленко. Чем-то запахло, блин. Следующая остановка – Римская улица. Так, замечание дяденька сделал. Скорее всего, не горелая, не жженая резина, а просто следующая остановка — Клинская улица, дом 19. Выбрала, конечно, момент прокатиться, но, блин, я скоро уезжаю. Вообще из Москвы видосов не будет. Поэтому хочу вам наснимать максимально много, чтобы потом и было что посмотреть. Поностальгировать. Называйте это отпуском. Себе летом находиться в Москве я не могу. Ну, в городе вообще. Вот, а, еще один. Третий. Получается, два навстречу, мы на этом едем. Клинская улица, дом 19. Следующая остановка — Петрозаводская улица. Неправильно что-то включаю.
Петрозаводск. Просто там Петрашка, и это Петрашка. Петрозаводская улица. Привыкли к маршруту, но он где-то месяц, наверное, или полтора месяца, два максимум, изменил ли. Следующая остановка – 15-й таксомоторный парк. Проезд в городском транспорте только в масках и перчатках. Пожалуйста, не снимайте средства защиты до выхода из транспорта. 58-х, сколько много? Ну, бывший троллейбус. Троллейбусный маршрут. Сейчас вот эксклюзив начинается, то, что мы здесь еще не ездили на этом маршруте. Свечки каштановые. Яблоня рядом. Понюхал камеру, это не она пахнет. Это хорошо. Это от автобуса чем-то пахнет таким плавленым. Видимо, что-то там притирается. Следующая остановка — Беломорская улица. Подгорает там все такое. В обхатку, короче, проходит. Я сегодня снять. Не знаю, получится. Но он какой-то странный тоже. Что там по Большой Академической едет, да и все. Разворачивается. Ничего интересного. Вроде как попросили, а мне вроде как и не сложно. Да и потом у меня все как обычно сходится. Сейчас вот от водного до водного. А чтобы попасть на 323, надо на 139. На 139-м я от этой Лихоборской до Водного ездил, а от Водного до Лихоборской не ездил еще. А этот как раз 323. Он от Лихоборской до Лихоборской. Ну, круговой, короче. Ну, в общем, все получается, все сходится. И вот так вот я люблю ездить, что на одном проходился, потом от конечной до конечной, еще куда-нибудь и еще куда-нибудь. А не так просто один маршрут где-нибудь на юге, а второй маршрут где-нибудь на севере. И они никак не связаны друг с другом. Не, ну конечно, когда обычные закончатся, я и так буду ездить, наверное. Сейчас маршрутов очень много, поэтому есть из чего выбирать. Я поэтому езжу так, как мне комфортно, а не так, как вам хочется.
не объявил. А, все-таки это желтоватое, а то когда я его фотографировал, по идее все белые, а этот желтоватый какой-то, ну такой странный цвет, скажем так, кофе разбавленного. Думаю, блин, что он какой-то желтый, и вроде фотик не должен косячить. Это он так и есть. Я же просто, ну, я вообще, когда фотографирую, стараюсь делать так, как выглядит на самом деле. Ну, то есть я не обрабатываю фотографии. Сфотографировал, вот так вот, значит, трава вот такая зеленая, деревья такие зеленые. Я не буду там сочность, красочность там выкручивать, чтобы там все вырви глаз. Такого никогда не делал. Как-то резко с контрастность добавлять, там еще что-то с цветами играть, траву не зеленую сделать, а синим там, ну я образно говорю. И все в оригинале. Просто где-то подкадрировать, где-то что-то там, может, не знаю, срач прибрать там, бычки, еще что-нибудь такое. Косметическое такое, но не глобальное. Не люблю я это даже. Ну, кстати, не важно. Но ее не видно. Конечная 6-го. Ну, ныне Т6, вот она. Не знаю, зачем его продлили. И кому это нужно. Ехать от водного стадиона на прибрежный проезд. Ну, блин, иди, это выйди с водного стадиона на Ленинградское шоссе, по Головинскому чуть-чуть пройди 5 минут, сядь на 43-й троллейбус, ну, Т-43 автобус. И вот тебе прибрежный, нафига вот это вот городить, я не знаю. Уже вот пробка собралась. Ну, благо нам тут недалеко ехать, и тут выделенная полоса есть. Табло не работает. Но в 16:40 я сел. Сейчас 30 минут съемка. 17:20 где-то сейчас. Беломорская улица. Это Бел... А, ну ладно. Такая погода, прям сегодня вообще ад был. Я два раза уже под душем был. Следующая остановка — канал имени Москвы. И с утра не в обед под кондишн, ну, лучше дома сидеть, ну, где-нибудь чилить. А вот сейчас вот часиков 7 можно выйти прогуляться. Ну, что я этим займусь после поездок, потому что в 7 будет уже машин много, ну, пробки и людей много было. Поэтому сейчас вот до 7 где-то прокачусь, потом еще погуляю по фото. Канал имени Москвы. Тут никто и не садится, и он... на Клинской сели. Следующая остановка — прибрежный проезд, конечная. Эти ребята, и куда они, интересно, едут? А, пробка, это вот идут справа, это в сторону Тушина. На запад, короче, выезжают на МКАД. А те, которые на Ленинградку через Химки туда едут, там они дальше встанут, после МКАД. Ну, прибрежный. Мы прибываем на конечную остановку. Прибрежный проезд.
При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогай их. Сообщайте водителю. Всего вам доброго. Отсюда кто-то едет. И спереди он сидит. Мужичок какой-то с бородой, видимо, обучается, маршрут запоминает. Давайте я тебе покажу.
остановка кинотеатр «Нева». Кинотеатр «Нева». Садись сюда, Алина. Зачем? Я там попить буду. Твоя была сюда, ты особенно у нас прикол. Я тебе не сюда. Если да, бабушку возьмем. Твой хапет. Вот как ее. Следующая остановка – Валдайский проезд. Следующая остановка – метро «Беломорская». Следующая остановка – Институт усовершенствования врачей. Я просто сидела по горам, вот так, и все. Она просто взяла, вот, парни разбирались.
может, и даже не получится проехать. Если пробки будут стоять, у них не очень прикольно. А ты просто так, да, ты думаешь, убираешь, вот их у нас убирают. Это что, я тоже убираю свое платье всегда. Не пользуются. Усовершенствование врачей. Пожалуйста, при входе приложите свой билет, безлимитную или социальную карту к валидатору. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки. Мужики, видимо, любители мумификации. Пленка вон у них. Будут друг другу заматывать. Голубенькой, кстати, я такой не видел. Обычно прозрачная, да черная. А это прям эстеты.
отель «Таксомоторный парк». Теперь на Клинской постоим, наверное. Следующая остановка – Петрозаводская улица. Далеко от остановки он пересоты налепили. На саму остановку нельзя было. Школьники друг друга себя по голове бутылкой бьют. Там пластиковые. Выпили воду. Дюшесы из каждый день, которые рублей 10 на стоит. Очень сомнительного качества эта вода, и вот теперь бьют себя. А из люка вон что-то пар идет. То есть, если на улице на солнце плюс 40 и идет пар, значит там 80-100, что-то кипит. Потом из того не идет пара. Петрозаводская улица. Наконец-то уходит. Маша, телефон! Дети какие-то странные. Уже он эвакуация требуется. Это второй или третий за сегодня. Эвакуируемые. Перегреваются. Следующая остановка – Клинская улица, дом 19. На улице реально жарко. Я с таким расчетом, ты думал, покатаюсь, тут не жарко, кондишн. Но это есть вон снежинка, типа оборудован видеонаблюдением и кондиционером, но долго получилось, уже час, полтора часа где-то было.
Клинская улица, дом 19. Следующая остановка – Клинская улица. Чё такое? Открылась, закрылась. Последняя дверь без огня открылась. Сколько уже построено. Недавно были и только фундамент закладывали, а тут уже он стоит. Как раз вот здесь бывшая больница должна быть. Снесли. Пеноблоками, что ли? Бонолит, бараже, это какой-то перегородки делают. Клинская улица. Грачевский парк. Библиотека имени Короленко. Проезд в городском транспорте только в масках и перчатках. Пожалуйста, не снимайте средства защиты до выхода из транспорта.
больница, библиотека имени Короленко. Надеваете сеточку, и всем хорошо. Вопрос был четкий. Бабульки. А он на следующий останавливается. Ответили, да, останавливается. Флотская улица. Он в 90-м уже стоят. Следующая остановка – Флотская улица. Я так не хочу.
Флотская улица. Поликлиника. Улица Лавочкина, дворец спорта «Динамо». Следующая остановка – Флотская улица, дом 36. Флотская улица, дом 36. Да, уже не успею я сегодня, к сожалению. Я думаю, быстрее, а то вон пробки уже и люди стоят. Автобус стоит, я не хочу его. Следующая остановка, Авангардная улица, дом 15. 39 и 3-2-3 в следующий раз. Извините. Авангардная улица, дом 15. Людей много, а все равно прыгают. В смысле, я прыгаю.
Следующая остановка – Пулковская улица. Авангардная улица, дом 3. Следующая остановка – метро «Водный стадион». Конечная. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогайте. Сообщайте водителю. Всего вам доброго. Вылезти бы отсюда еще.
безопасно, что ли. Ну, вроде вылез безопасно. Такой маленький, красивый. И фонари у него какие-то, вон, белые, прозрачные. И вот они отдельно от своих коллег паркуются. Типа крутые. Блин, 80% батарейки сожрало. Какой бардак тут. Все, ладно, не буду долго я тут это прощаться, просто пока. Спасибо, что прокатились. До скорого. Увидимся.